Сегодня же Нурсултан Назарбаев встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Возглавил делегацию председатель Такео Кавамура. Глава государства отметил, что парламентская лига дружбы с нашей страной вносит неоценимый вклад в укрепление стратегического партнерства между народами двух стран. Президент поблагодарил за поддержку и усилия, прикладываемые для развития сотрудничества. В своем выступлении Нурсултан Назарбаев говорил об активизации казахстанско-японского сотрудничества по всем направлениям. А Такео Кавамура напомнил, что в следующем году исполняется 25 лет с момента установления дипломатических отношений между Японией и Казахстаном. Также будет проведена выставка «Экспо». И все это, по словам председателя лиги, поспособствует активизации межпарламентского обмена. Кроме того, он поздравил нашу страну с избранием непостоянной члены Совета Безопасности ООН на ближайшие 2 года. Отметив, что на этом посту Казахстан несет еще больший вклад в дело ядерного разоружения и нераспространения. Напомню, Нурсултан Назарбаев на сессии Генассамблеи ООН представил манифест «Мир 21 век». В документе президент призвал к достижению цели – построения к 2045 году мира, свободного от ядерного оружия, выразив надежду на содействие со стороны Японии этим инициативам.